Здравствуйте, дети. Я Райан Лев. Сейчас я расскажу вам про Питера-паразита. Если я испек пирог, могу ли я сам его съесть? Нет, говорит Питер-паразит, надо раздать всем по кусочку. Если я заработал доллар, имею ли я право купить себе конфету? Нет, говорит Питер-паразит. Ты должен покупать только фрукты и овощи. Если у меня есть деньги на врача, это уже не моя забота, есть ли они у остальных. Нет, говорит этот чертов паразит. У всех должно быть равное право на медицину. Райан Лев говорит. Да подавись ты, паразит.